Смотрите, как дома. Дверь открываете, а будки красиво сложены. Пол чистый, посуда вымыта. Комплексно смотрите на город. Он наш. Как, ну, делаем одно, значит, вот эти вот мелкие замечания, которые есть, они искажают тот эффект, которого мы хотели достигнуть. И вот эти вот замечания уже сегодняшнего дня будут устранять, но у меня просьба направить специалистов, проехать еще раз, посмотреть внимательно влево-вправо и шире, не только в рамках выполненных работ, шире. Где-то бордюр завален, где-то кирпичик подставлен, где-то опора не докрашена. И даже это, если не входит в обязанности подрядчика, давайте мы сейчас, это еще раз говорю, это 22 копейки, это небольшие деньги, но полностью сделаем, чтобы не было никаких недочетов.